Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами готовим очень вкусный и быстрый салат. Для него нам понадобится пекинская капуста, свежие огурцы, помидоры, красный салатный лук, сладкий перец, авокадо, мидии и киноа. Начинаем готовить. Берем пекинскую капусту и нарезаем крупной соломкой. Затем кладем ее в глубокую миску. Потом режем сладкий перец. Желательно перец брать двух цветов, так салат выглядит ярче. Дорогие друзья, если вы еще не подписались на наш канал, то подписывайтесь. Там у нас очень много рецептов. Нарезанный перец также отправляем в глубокую миску. Дальше режем свежие огурцы. Если кожица у огурцов грубая, то удаляем ее и нарезаем огурцы соломкой. Затем режем лук перышками или полукольцами. Нарезанный лук также отправляем в глубокую миску. Помидоры разрезаем пополам, удаляя плодоножку, а затем разрезаем дольками. Помидоры кладем в глубокую миску. Вкусно авокадо нарезаем кубиками. Все овощи хорошо перемешиваем. Сюда же отправляем киноа.
медиа. И продолжаем все перемешивать. Солим и перчим салат по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Заправляем наш вкусный и полезный салат соком лайма. Оливковым маслом. Продолжаем перемешивать. Желаю всем приятного аппетита! До новых встреч!